В каких случаях выезд на полосу встречного движения наказывается штрафом, а в каких случаях наказание – это лишение права управления транспортным средством? Действующий кодекс об административных правонарушениях действительно предусматривает административную ответственность за выезд на полосу встречного движения через сплошную линию. Если это сопряжено с обгоном, опережением транспортного средства, которое идет спереди, то это однозначно будет лишение права управления транспортным средством. Исключение составляет случаи, когда выезд на полосу встречного движения через сплошную линию связан с разворотом, поворотом налево и объездом препятствия. В этом случае будет административный штраф.